had a little bit too much of Hennessy. Just gonna tell you how I feel. Look. You so fucking precious when you smile. Yeah. Hit it from the back and drive you wild. Yeah, yeah, yeah. Girl, I lose myself up in those eyes. I just had to let you. Не пустились из-за Невера! Hands on your body, I don't wanna waste no time. Feels like forever, even if forever's tonight. Just play with me, what's this night? Are you in me? Шестое мая, я простыла, но уже встала, сделала зарядку и собираюсь сегодняшний день провести очень продуктивно и хорошо. Прошло полдня, и могу сказать, что он ужасный. Девочек, они ради того, чтобы посидеть и хорошо провести время. Седьмое мая. 2:39. Я написала один абзац диплома. Это на аттракте в кино. Только что наступило официально 5 мая, а в дипломе не написано все еще ни одной страницы. 8 дней. Будь или не будь. Сделай что-нибудь. Будь или не будь. Создай Word документ диплом. I'm so fucking happy you're alive. Yeah. I swear to God I'm down. If you down, all you gotta say is right. Yeah. Girl, anything I could do just to make you feel alright. 5 утра, и я написала 5 страниц диплома. 10 мая. Упс. 2:30 я собираюсь лечь спать, и вот я думаю, сделала ли я сегодня за день что-то полезное. Потому что вообще я ложусь с очень нервным предчувствием, что диплом находится в какой-то жопе, потому что за сегодня я вообще ничего для него не сделала. Кроме того, что получила письмо от своей научницы, которая осталась не очень довольна этими 5 страницами, мной написанными прошлой ночью. Even when it's rainy, all you ever do is shine. You on fire, you a star just like Mariah. Man, this feel incredible, I'll turn you to a bride, yeah. Mine, hands on your body, I don't wanna waste your time. Ты скажешь, что мы взяли? Равиоли, рикотта и шпинат. Звёздочки с тыквой. Равиоли, белые грибы с тыквой. Поэтому день прошел классно. С сожалением думаю о том, что вот такой жизнью, как сегодня, такой интересный, мне бы хотелось жить чаще, работать и делать то, что мне нравится, отдыхать. И с третьей стороны, вкусно. Вкусно есть. Вкусно пить, вкусно жить. Спокойной ночи.
Я обещала себе дописать одну часть диплома ночью и утром встать уже с чувством выполненного долга. Но этого не произошло. Я понимаю, что мой прогон сейчас будет довольно смехотворно звучать, когда до сдачи диплома осталось 3 дня, включая сегодняшний. А я сегодня опять-таки собираюсь уехать из дома и полдня провести за праздными развлечениями. Но проблема в том, что мне неинтересно то, чем я занимаюсь сейчас, и работа над дипломом мне приносит не особого удовольствия. Когда я писала свои курсовые на 2-м курсе и 3-м, дело обстояло иначе. Мне это было более-менее интересно, и главное, по ходу работы я так втягивалась, что получала от этого реальный кайф. Сейчас же я единственное, чего хочу, это абстрагироваться уже от университета, потому что в уме я вроде его как бы закончила, но вроде как бы и нет, что диплом подвис в воздухе. Вот хотела вам показать свою пробковую доску, она у меня как раз стоит за камерой на подоконнике. Я на этой пробковой доске написала пару месяцев назад свои дела предстоящие, потому что 2 месяца, правда, были просто адовыми, которые уже прошли, слава богу. Это были дела, которые были самыми сложными, и дела с дедлайнами. Практически все дела уже выполнены. Я потеряла паспорт. Я легла спать 3 часа ночи. Ой, хочется поесть пиццу. Ну, я бы поела. Просто компании нет. Паспорт я так и не начала делать. Диплом я так и не начала писать. Life is bad, gloom and misery everywhere. Такая тема. Я сейчас каталась под светом фонаря и собиралась силами, чтобы вернуться к диплому. И пока я это делала, фонарь выключился, потому что он решил, что уже рассвело. Сейчас 5:30 утра. Юбки, когда вечером выходные.